Рекорд пекинеса. Он разгоняется и со всей силы по нашим воротам, бац! А тут я решительно вырываюсь вперед. Мяч у меня, обвожу одного, второго, в общем всех, и забиваю решающий гол. Ах, гордись, Генка, твой брат, ну, очень крут. Забитый гол — это еще не повод для зазнайства. Вот кто по-настоящему крут. Официально, между прочим, он установил новый рекорд пекинеса. За 2 часа съел 30 кило конфет. 30! Это же новый виток в эволюции. Ха, тоже мне виток. Да я, да мне, да мне эти 30 кило съесть, расплюнуть. Дружочек, у тебя обычный желудок среднестатистического млекопитающего. Тебе такое не по силам. Генка, я сколько угодно конфет съем. Спорим? Все конфеты, печенье, торты. Короче, все, что есть сладкого в доме, съем в 1 секунду. Ну, в общем, за час. Это невыполнимо. А я выполню. Давай, кто проспорит, танцует во дворе, при всех. Танец маленьких лебедей. А? В балетной юбке. Спорим? Заметь, не я это предложил. Генка, как там маловато сладостей? Ты еще в холодильнике посмотри, может, там что завалялось? Ты сначала это съешь. Легко! Смотри и учись! Опля! Ну-ну, вначале всегда легко. Пойду принесу балетную юбку, чтобы ты успел переодеться. Молодец, что принес. Хотя мог и надеть по дороге. Спрятал, поди. Вот инфузория. Тебя нужно в книгу рекордов пекинеса заносить. А я тебе что говорил? Нет, что ты? Я не заставляю. Не поставишь новый рекорд? Внесешь свой вклад в развитие балета. Знаешь, время вышло, братишка. Привет! Дома кто есть? Я специально этот торт с конфетами спрятала, чтобы никто не съел. Ко мне сейчас одноклассники придут. У нас вечеринка, а вы все слопали. Чем я теперь друзей угощать буду? А, конечно, все в силе, приходите. С вас тортик, а с меня шоу-программа.